Звук работающей дрели днем слышат жители 14-го микрорайона. Там идет капремонт сразу в 5 домах. 21-й, 28-й и 30-й – дома соседи. Основной фронт во всех жилых зданиях – это крыши, фасад и коммуникации. У домов выставлены леса, идет зачистка межпанельных швов, а затем грунтовка и замазка их мастикой. В подвале 21-го дома также проводятся работы по ремонту систем водоснабжения и монтируются приборы учета. Материалы завезены сейчас, в данный момент, на 90%. Вот. Только такие, что-то мелкое нету, какая-то. Довезется, довозим сейчас, довезем. А так весь материал до 90% уже привезен. Вот. Люди задействованы, полноценные бригады на каждый дом, по 6 человек на каждый дом. Все у нас идет пока по плану, стараемся не подвести и надеюсь, что все будет хорошо. В первом доме 14-го микрорайона завершено обустройство водонепроницаемой отмостки. Фундамент защищен от дождевых вод и паводков. Поступил материал для облицовки фасада, со дня на день начнется демонтаж старого покрытия. В 11-м микрорайоне в доме номер 49 большая часть работ проводится на крыше. Здесь меняют утеплитель и обрешетку. Параллельно ремонтируют инженерные сети, горячего и холодного водоснабжения, а также электросети. Поскольку погода в любой момент может поменяться, подрядчики стараются работать в усиленном темпе. На севере погода обманчивая, поэтому стараемся делать все для быстрого сдачи объектов. А материал имеется 100%. А это металлочерепица на дом, а деревянные изделия, доска, брусок. А по инженерным системам есть труба, есть электрика, провода, выключатели. Поэтому все необходимое для производства работ и есть на объектах, на каждом объекте. На сегодняшний день все подрядчики выведены на объекты капремонта. Работы в Губкинском выполняют 4 организации. 3 местные и 1 из Ноябрьска. За лето они должны отремонтировать 8 многоквартирных домов. Объем работ у всех разный. Одни трудятся на одном объекте, у других подряд на несколько домов. Заказчики постоянно контролируют процесс ремонта. В настоящий момент график не срывается, все идет по плану. У нас на всех объектах проводятся работы. Либо смена кровли, либо замена водоотведения или водоотведений. Проводятся работы. Ну, в полном масштабе. Каждый день, а и тогда и по 2 раза в день бываем на объектах. Бываем даже и чаще, когда возникают какие-то вопросы. Строительные бригады посменно работают на объектах 12 часов, поэтому большая часть из запланированного уже сделана. Полное завершение капитального ремонта ожидается к концу сентября. Валерий Усманов, Михаил Марков, новости Губкинского.